Китая. Еще один. Доброе утро, первый отряд. Что это за это самое? Доброе утро, первый отряд. Первый отряд хочет сегодня пойти подметать? Нет. Доброе утро, первый отряд. Доброе утро. Вот так вот, мало, но громко. Доброе утро, второй отряд. Четвертый отряд. Доброе утро! Учитесь, первый отряд. Вот это уровень. Доброе утро, пятый отряд. Доброе утро! Учитесь, четвертый отряд. Вот это уровень. Доброе утро, вожатые. Доброе утро. А что-то я не слышу вожатые второго отряда. Доброе утро, Ваня Вала. Сейчас объясню, как проходят наши зарядки. Те, кто меня знает, они уже знают. Те, кто меня первый раз видит, еще навряд ли знают. Зарядку мы делаем всегда под музыку и молча, малыши. Смотрите на меня. Вот это движение мое, значит, закончили упражнение. Понятно, да? Если я делаю вот так вот, то мы просто начинаем аплодировать. Это значит, первый отряд словил наказание. Ну, соответственно, второй, соответственно, четвертый, соответственно, пятый. Наказания у нас различные. Забег гусей. День молчания, день песен, ну, либо помощь диджеям в подметании дорожек и различных спортплощадок. Как зарабатывается наказание? Наказание зарабатывается, если кто-то из отряда чего-то не делает, либо ленится, либо спит, либо болтает, либо отвлекается, либо разговаривает. Понятно? Да! Ну и в завершении нашей зарядки мы всегда делаем приседания. Мальчики, девочки стандартно делают его практически синхронно. А вожатые делают столько, сколько пожелаете вы, то бишь дети. Понятно? 140. Нет. 140? А я... Хорошо. А нет, 150. Я в футбольном лагере был. Я по 50. Ну что, готовы? Да! Поехали! Вас просто столько много, я забыл. Самое главное забыл вам сказать. Также мы выбираем человека зарядки. Тот, кто делает хорошо зарядку. Этот человек на завтрашний день освобождается от зарядки, может спать. И плюс в бассейне плавает с утра и до обеда. Понятно? Этот один человек. Ну, либо два человека. Все зависит, как он делает. Поэтому поехали.
подождите. Мальчики, стои, что ты приседаешь? Я же еще не сказал, Настя. Мальчики 10, вожатые? 140. Я думаю, что если вожатый вас 140 присядет, то он вряд ли уже сегодня ходить сможет. Согласен. Но приседания мы делаем подсчет. То бишь, я говорю раз, вы присели. Я говорю два, вы встали. Понятно? И я вот так вот считаю ваши приседания. И вы видите... А можно я два? Нет, не надо. Тебе хватит 10. Готовы? Да. Поехали. Два. Я сказал два. А я сказал два. Тряхнули ножками. Итак, сегодня я простил тех, кто болтали. Завтра я уже прощать не буду. На зарядке мы не болтаем, ясно? И не разговариваем. Особенно касается младший отряд. Младший отряд сегодня молодцы. Все сегодня, в принципе, тоже молодцы. Как я обещал, выбираем человека зарядки. Я не знаю ваших имен. Я показываю. Вы говорите, как вас зовут. И весь лагерь вам аплодирует. Девочка в розовой майке. Фото Полина. Полине аплодисменты. Полина завтра может спать во время зарядки и в бассейне плавать от начала и до конца сеанса. Второй человек зарядки... Нет. Ну что ты оборачиваешься? Ну... А, я? Ну да. Мое имя не помните. Ну ты должна... ты должна всем представиться, а не мне. Да? Всем громко. Не хлопаем, пока она не скажет всем, как ее зовут. А, Ульяна, ну я же не слышу, мне же отсюда плохо слышно, что она сказала. Аплодисменты Ульяне. И вот в белой майке парень в очках, а рядом с ним в черной майке. В черной майке, что ты оглядываешься? Вот ты в черной майке. Вот ты, да, вот ты. Дима, аплодисменты. Вот это три человека зарядки, которые завтра плавают, да сегодня, ладно, плавают в бассейне и завтра могут отдыхать и спать во время зарядки. Понятно? Да. Света, поздравим моего малого потом, да? Крикнем. Сейчас поздравим. Хорошо. Итак, кроме четвертого, что-то выбор невеликий, второго отряда все на свои места, это пятый, а четвертый и второй подходим сюда. Los niños y las amas, estos artistas no son hombres, todavía se vive en la gama, lo que son es actores, que le encantan el drama, de su hace, echa para allá, todo lo malo echa para allá, echa para allá, todo lo malo echa para allá, echa para allá, todo lo malo echa para allá. Сегодня вступаете в распоряжение, хорошо, диджея. А девочка? А, да, я забыл из-за кого. Вы мне сказали. Как зовут? Жиндос, аплодисменты. Жиндос, красавчик. Итак, пацаны вступают под власть нашего диджея на сегодняшний день. А девочки, когда меня видят, кричат громко: Жиндос, красавчик. Ясно? Жиндос, ты ничего не делаешь. Понял? Тот, кто ловит наказание, тот ничего не делает. А, блин, можно в следующий раз я так сделаю? Ну, потом, что они с тобой сделают, я же не знаю. Все, второй отряд на свое место. Второй отряд на свое место. Иди сюда. Не, вот, он знает. Как зовут? Леха, поворачивайся. Как все? Итак, девчонки и пацаны, я сегодня обещал вам показать, что такое забег гусей.
Значит, объясняю, что такое забег гусей. Спокойнее. Девчонки встали. Девочки, вся команда и пацаны. Забег гусей до кустов и обратно. Финиш по последнему. Кто проигрывает из вас, тот и ловит наказание. Ясно? То есть есть шанс не словить. Вставать нельзя, только гуськом. Ясно? Да. Но это еще... Да, и это еще не все. Девчонки и пацаны. Вы должны идти и говорить: Леха, ты красавчик. Понятно? Кто говорит громче, тот тоже не ловит наказание. Понятно? Присели. Присели. Куда? А ты знаешь? Усы. Готовы? Да. Внимание, мать! Поэтому идите на место, никого наказывать.